Дастин Хоффман, обладатель 2 премий «Оскар», представитель плеяды актеров нового Голливуда, внес в свою копилку еще одну премию. Ну, точнее, внес бы, если бы была такая премия. За мужество и стойкость в борьбе со злокачественной опухолью. Да уж, мы бы с удовольствием похлопали Мэтру за его успех. Даже с мест поставали бы. Совсем недавно актер прошел курс лечения от рака. Об этом рассказала представитель актера Джоди Годли. По ее словам, сейчас актер чувствует себя хорошо. Что ж, вся эта информация дает нам ответ на вопрос, где же был все это время Дастин Хоффман? Ведь последнюю роль в кино он сыграл в 2010 году. То был фильм «Знакомство с факерами 2». Был, впрочем, на протяжении 2011 года и сериальный опыт. Легендарный актер сыграл в сериале «Удача». Однако теперь актер готов вернуться в строй, то есть в большое полнометражное кино. В следующем году планируется выход романтической комедии под названием «Шеф-повар», где Хоффман сыграет главную роль. Мы же пожелаем легендарному актеру дальнейших побед и удач, будь то фильм или сериал.